из главных задач, решаемых специалистами нашего предприятия, является разработка систем автоматизации, в том числе систем безопасности для предприятий нефтегазовой отрасли промышленности. При решении данной задачи приоритетным направлением является комплексный подход, включающий в себя все стадии создания конечной системы, начиная с выработки проектных решений и заканчивая проведением пусконаладочных работ, гарантийного и постгарантийного обслуживания. Примером такого подхода может служить разработанный комплекс технических средств, систем автоматизации. Комплекс позволяет решать задачи автоматизации технологических процессов любой сложности на базе ПЛК, как собственной разработки, так и третьих фирм. Комплекс успешно выдержал сертификационные испытания и имеет разрешения и сертификаты, необходимые при внедрениях на предприятиях, подведомственных Ростехнадзору Российской Федерации. В 2012 году комплекс включен в реестр оборудования, допущенного к использованию на объектах АК «Транснефть» в качестве систем автоматического управления НПС с насосными агрегатами на электроприводе типа СТД. Среди новых разработок предприятия следует выделить универсальный интеллектуальный детектор УИТ-01, принцип действия которого заключается в анализе видеообраза объектов контролируемой им зоны. На данное изделие получен сертификат соответствия. Технические решения защищены патентом Российской Федерации. Технические характеристики данного изделия позволяют одновременно реализовать принципиально новые возможности при его применении. Обнаружение очагов пламени и дыма, детектирование источников движения, осуществление видеоконтроля защищаемых зон. Значительная дальность обнаружения очагов пламени позволяет выносить УИТ-01 за пределы зон потенциальных разрушений при взрывах и пожарах, что значительно повышает надежность работы автоматизированных систем пожарообнаружения и пожаротушения. Надежность и достоверность работы детектора пламени достигается наличием дублирующего многоспектрального инфракрасного канала. В целях улучшения потребительских характеристик в середине 2011 года серийные извещатели пламени оснащаются цветными видеокамерами с передачей изображения, параметров настроек и состояния по каналам Ethernet. Реализована возможность получения выходных сигналов по токовому выходу от 0 до 20 мА. На предприятии большое внимание уделяется повышению качества и технических возможностей выпускаемых изделий и разработке новых для систем контроля загазованности. С 2011 года хорошо зарекомендовавший себя газоанализатор «Спектр» оснащается модернизированным блоком индикации управления. Применение в составе блока новых комплектующих и светодиодной панели индикации типа «бегущая строка» позволило обеспечить работоспособность устройства при температурах окружающей среды до минус 60 градусов Цельсия. В текущем году заканчиваются сертификационные испытания газоанализатора «Спектр-Л». Заложенные и подтвержденные технические возможности позволяют контролировать уровень концентрации взрывоопасных газов в условиях рабочих температур до плюс 150 градусов Цельсия. Применение данных приборов в системах контроля загазованности в зонах ГПА, установленных под кожухом и в блок-боксах, позволяет обеспечить необходимый уровень надежности работы данных систем. Новым направлением разработки предприятия стало создание датчика контроля вибрации ВП-25. К отличительным особенностям датчика можно отнести малогабаритность, малая масса, расположение преобразователя сигнала внутри кожуха датчика, цифровой канал передачи данных RS-485, возможность изменения виброскорости, виброускорения, амплитуды вибрации и их среднеквадратичные значения. Основная погрешность – 10%. Высокая помехоустойчивость. Внедрение данных разработок позволяет на единой технической основе реализовать функции контроля параметров, видеомониторинга состояния и обеспечения безопасности основного и вспомогательного оборудования, пожарообнаружения и контроля загазованности, что в конечном итоге повышает надежность работы данных систем и сокращает затраты на их внедрение.